И когда вот в разгар нашей специальной военной операции украинское руководство предложило переговоры, мы на них согласились, тут же президент дал команду, переговоры начались, идут они тяжело, потому что украинская сторона, хотя и вроде выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений. Трудно избавиться от впечатления, что их держат за руку американские коллеги, которым, если почитать политологов и наших, и западных, американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Еще в известной степени вот это затягивание, и американцы тут играют однозначно решающую роль, оно нацелено на то, чтобы драматизировать ситуацию, позволять Зеленскому в майке хаки выступать перед мировыми парламентами. И после каждого такого выступления на слезе, на эмоциях опять требовать вмешательства НАТО. Вот польские наши коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев туда. Они, я надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое столкновение прямое российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе.